Всем привет, ребята, с вами я, Настя. Сегодня у нас будет реакция на Сью. Некоторые будут тупыми, некоторые нет. Ну так, приступим. Всем привет. Я хочу сказать, что у меня есть парень Фокси. Да ты что? Ой, извиняюсь. Извиняюсь, у меня такое бывает. Это что, правда что ли? А я думала, нету. Я думала то, что это там, например... Ну, короче, продолжим. Милашка, Яночка. И сейчас будет немного обо мне. Конечно же, немного о тебе. Ну зачем, если так и тут так все видно? У меня вот такая вот красивая челка, вот такое вот красивое большое ушко с белыми пятнышками, вот такое вот тату. Извиняюсь, но белое тату вроде как не существует. И тем более оно за край твоего уха не выходило бы. Как бы, алло. Алло. Еще черные волосы вот здесь. У меня вот такие вот красивые глаза и вот такой вот топик красивый с длинными рукавами. Еще я ношу вот такой вот. Увидели на ее ноги? Что с ее ногами? Почему они такие худые? Она что, все время бегает, что ли? Почему у нее такие ноги худые? Да блин. Еще я ношу вот такую вот длинную юбку. И у меня есть три хвостика. Первый хвостик кошечки, второй лисички, третий тоже кошечки. Извиняюсь, а у лисы разве такие тонкие хвосты? Ладно, продолжим. Да. И у меня есть парень Фокси. Если вы его тронете, я вас убью. Ой-ой-ой, страшно-страшно. А что произойдет? Конечно же, ничего. Она просто это делает... ну, короче... Продолжим. Что ж... Зарежу. Да. Фокси, иди сюда. Да. Скажи, что мы реально пара. Да, мы реально. Угу. А мы реально пара. Пара. Мы уже женаты. Мне интересно. Как у нее влезает такое огромное кольцо с таким огромным бриллиантом в один палец? Что? Я не понимаю. Я не понимаю этого. Как это? Мы уже женаты 10 лет. Да, она моя жена, а я ее муж. Она очень красивая. И вы назовите меня дураком, но... Еще перед тем, я с тобой мангл. Она меня бросила и пошла к своей чике. А разве мангл это парень? Разве она не женщина? Ладно. И да. Еще перед тем, я только супер-супер милашкой Тяночкой. Шиперить? Я не услышала просто. То есть шиперить с этой какой-то сьюхой? Ладно. Еще. Фокси, что ты делаешь? О нет, только не это, пожалуйста. Не... Пожалуйста. Стоп. А что они будут делать? Я сейчас совсем прикола не поняла. Зачем? Он говорит то, что
И дальше, а потом она говорит: ой, Фокси, не надо! Я совсем не поняла ни логики, ничего. Фокси, что ты делаешь? Что у нее с руками? Вы видели, что у нее с руками? Давайте это видео повторим. Я просто ржу с ее рук. Я, конечно, понимаю, у меня здесь рука немножко торчит. Но подождите, я ж просто... Я... Господи, давайте посмотрим еще раз этот момент. Вот, как можем заметить, мы можем заметить то, что у нее здесь эта малюсенькая ручка. Как можно жить с такими руками, я не понимаю. Ой, телефон узрёт просто. Ой. Ой. Ой-ой. Простите, ребят, но я, к сожалению, наверное, буду останавливать видео, потому что меня бы, наверное, YouTube забанит. Я не умею делать вот эти вот, как все делают вот эти, короче, черные штуки, или как там их, цензура, короче. Вот. Я не умею этого делать, так что, к сожалению, я поставлю на паузу. Если хотите, то можете набрать этот канал, я потом после этого видео покажу его вам. Вот. Я потом, если захотите, то можете посмотреть. Но, как ее все... Но. Одно но. Как ее еще не забанил YouTube? Она там голая! Я, конечно, понимаю то, что это просто ОС. Но как чертов YouTube ее не забанил? Я все понимаю, но мне придется остановить видео, чтобы меня не банил YouTube. К сожалению. Короче, вот. Ой. Короче, это все прекратилось. Потом она позвала свою подругу, а этот Фокси ее, ну. Чпокал и еще почему-то облизывал ее грудь. Почему? И еще, если бы вы видели, у нее почему-то из жопы, какая-то неправильная у нее жопа была, она была квадратной, плюс еще у нее из-за хвостов, из-за трех, блядь, хвостов. Так, но... Короче, к ней пришла подруга, наверное, я все это рассказала, давайте продолжим. Это моя подруга. Ну вот, это ее подруга, я же говорила. Вот такой, она у меня единственная, и она любит, очень любит танцев. Да, они уже поженились. Я решила... Че? Ладно. Решила отдать ей моего танцика. Но он же не мой. Ну, это хорошо, потому что два парня это все-таки сложно. А я вообще его не хочу, парня. Я офигею, если там будет даже много просмотров. Подожди. Что? 178 тысяч просмотров? Кого? 2,4 тысячи лайков? 1,7 тысяч подписчиков? Давайте я тоже стану с Юхой. Ну, я после видео ее стану. Ей стану. На самом деле, я не буду с Юхой, потому что... Это потому что самое старое видео. Очень много комментариев. Так, 2 года назад. Стоп, 2 года назад.
Сейчас 2023-2022. А, так это в 2021 вроде. Ой. Да, в 2021 было. Вроде как. Наверное. Но тогда еще вот так вот все было. Ладно, давайте продолжать. Да. И еще у нас сохранилось видео. Оно очень старое. С нашей первой встречи. Вот сейчас я... Очень-очень старое. Ну, очень. В кавычках. Я вам его покажу. Но оно не все видит. В камере тогда батарейка разрядилась. Там еще... Да, батарейка разрядилась. Ой, а сразу проверить нельзя было. И да, я не из Украины. Ой, я не из Украины, я в России, потому что так получается то, что я почему-то иногда говорю как почти что на украинском. Что иногда, вот как сейчас, что иногда как на русском. Иногда даже могу материться на молдавском. Но я еще не материлась на молдавском. Так что давайте продолжать. Целовались, и было там у нас первое свидание. Ой, первое свидание. А может, не надо? Я не хочу опять останавливать видео. Но все это мы не сняли на камеру, ведь у нас рассердилась батарейка в камере. Господи, ты уже это говорила. Хватит это бубнить. Да. Вот. Подождите, это есть то самое старое видео? Это получается, она сейчас носит старую одежду? Чу. Блин, какой же он милый. Вот же... Давайте я тоже попробую сказать это. Блин, такой же он милый. Хочется, чтоб... Типа, наверное, она скажет, чтобы он посмотрел на меня и поцеловал в щечку. Даже нет. Да, блин. Даже нет, не в щечку, а в губы. Это мои предположения. Он обратил на меня хотя бы немножко внимания. Постоянно. Я что-то не поняла. Как щеки могут выпирать за пределы? Кто это заметил раньше, то, пожалуйста, напишите в комментарии, потому что... Или, может быть, это так все рисуют, потому что я рисую щеки. Я не такие их рисую, когда там кому-то нравится. А я вообще не рисовала, когда... Хотя нет, рисовала. Иногда, может быть, я рисовала точно так же, но я не брала слишком маленькие контуры, а брала побольше, чтобы не так уж и плохо было. Ну ладно, давайте продолжать. Милые. Блин. Она такая милая. Забыла про себя. Ну да, да блин! Какого... Блин. Да, забыла про себя, бывает. Просто засмотрелась. И тем более, как можно полюбить с первого взгляда? И... Стопы. Как аниматроники могут... Чёртов аниматроники могут полюбить людей с первого взгляда! Я не понимаю этого вообще нифига! Как аниматроники могут полюбить человека с первого взгляда? Я не понимаю. А дальше, ну, вы все сами слышали. Угу, все сами слышали. Ну да, ты уже тысячу раз это повторяла. Не снялась. И да. Только посмейте его тронуть. Ай-ай-ай. Господи, да не тронем. И тем более, что от этого будет? Конечно же, ничего и нифига. Потому что ты даже не существуешь. Ну, вернее, существуешь, но ты нас не тронешь. Ну, вот, например, скажи, где я живу. Конечно же, ты этого не знаешь, так что ты нас не убьешь. Я же
беременная, мне нельзя много злиться. Вообще-то, когда мама мной забеременела, она злилась. Причем много, немало. И со мной все хорошо. И да. Все равно уничтожь. Посмейте пальцем. Тебе же сказали, нельзя злиться. Ты тронут моего Фокса. Вернее, ты сказала то, что тебе нельзя злиться. Вот что с вами будет. Ну и, конечно же, ничего и не... Да, бля! Ничего и нифига! Ну и что ты мне сделаешь, ты тупая дура, Сьюха? Ну, я с этим челом согласна. Ну, конечно, она не тупая, просто это воображение, но Сьюха это точно. Этот Фокси, наверное, настоящий. Ну, вообще-то, да, это просто игра и тем более. Он, да, не настоящий, это просто аниматроник, и он не существует в реальном мире. Конечно, когда-то существовал, но когда еще нас не было, и тогда еще вроде как не было телефонов. Что ты мне сделаешь, а? Что своей смерти? Сейчас она такая, как всегда, у нее магия появится, она такая... Ах так, ну и хорошо. Извиняюсь, а что это? Это типа кинжал или что это такое? Ну вообще, стоп. Не поняла. Так будет с каждым. Подожди, это типа она задушила? А может быть... Не с помощью рта, а с помощью шеи. Господи. Смей сказать, что я Сьюха. Фокси не на... Окей. Ты Сьюха. Настоящий. Понятно вам. Она сказала не настоящий или настоящий? Понятно. Да, конечно, понятно, только не ори. Понятно. Господи, я сейчас нахожусь в наушниках, не ори! Хотя я сама ору. И да, в следующей серии ждите детей. Может, не надо? У вас это пройдет где-то за день или же несколько часов. Несколько часов? Через... Как бы роды вроде как через 12 дней или через 13, не помню, короче, не факт, что через 13 дней будут роды, потому что через час или через день точно не будут роды. С чего она взяла то, что через час или через день будут роды? Вот с чего она это взяла? Ну, а для меня целых 9 месяцев, да. Если... Да, дурочка, не 9, а 9, ой, 13. И вы не знали, что дети рождаются через 9 месяцев. Какого она считает через 9 месяцев? Может, через 13? Ну, или, может быть, это она права, я ошибаюсь. Не факт. А я это знаю. Нифига ты ничего не знаешь. Понятно вам? Мне непонятно. Всем пока. Поставьте лайк. Подпишитесь. Ой. Поставьте колокольчик, или же я вас убью. Понятно вам? Все. Мне нифига ничего не понятно. Все, давайте приступать к следующей сиюхе. Давайте начинать. Да... Всем привет! И в этом видео я хочу сказать... Ну, привет, привет. Как дела? Откуда такая большая грудь? Сказать, что Фокси мой парень. Правда? Ну, во-первых, здесь видно то, что здесь срисовка у другого чела. И во-вторых,
Куда она смотрит? Что у нее с носом? Вы видите, что у нее с носом? И может быть это глаза такие? Ведь Фоксик. Да. И опять же, конечно же, ты даже вот той синюхи, которая у нас была. Да, она правда моя девушка. Извини, но у тебя походу насморк. Когда насморк, лучше советуют дома лечиться и ничего не снимать. Хотя, может быть, и можно. Блин, спать хочу. И кто не верит, того я убью. Да ты что, правда что ли? Кстати, ребят, может быть, сегодня я еще буду снимать Чикинган. Да, я играю в Чикинган. А что, мне нельзя, что ли? Да, кстати... Я не умираю, ребят, просто я все время, когда про себя или вслух смеюсь, я все время кашляю. И я остановила специально, чтобы вы все слышали. Кстати. Да нет, не мой, конечно же, кашель, а типа, чтоб я... Вы потом слышали, что он... Это ж... Ой, Сиюха. Кстати, Мангал энд Блю. А, извиняюсь, а кто такая Мангал энд Блю? Давайте загуглим. Так-так, мангал, где он? Блю, мангал энд блю. Посмотрим. Ну, короче, итак. Что у меня с голосом? Сегодня бы хотел сказать, что я королева 10 пещерных и вообще... Короче, Мангал энд Блю — это какая-то девушка из Гачала... Из Гачалаев, короче. Мангал энд Блю. Только свякни, что я Сьюха и все такое. Ты сьюха. Ты сьюха. Ты сьюха. Вообще, удали свой долбанный канал, а не кам... А зачем? А, на Мангал энд Блю. Мангал. Мангал энд Блю говорила. Ну ладно. О, не нужен. Слушай, не тебе решать, нужен ей канал или нет. Вот, например, она хочет зарабатывать деньги. В Ютубе, когда снимаешь видео, когда у тебя там сколько-то там подписчиков, короче, много, миллионы, то тогда, то есть, они получают деньги. Так как и ты тоже получаешь деньги, наверное. Вот, за... Это получают деньги, и все хотят получать деньги, даже я. Так что я специально зашла в YouTube, чтобы зарабатывать деньги. И чтобы подплатить мой чертов интернет. Потому что у меня все время WhatsApp, когда звонят, у меня из-за этого интернет того. И так что мне нужно оплатить за... вот вспомнила. За интернет. Он никому не интересен, ты туп. Ну, вообще, да, он не интересен, но, вообще-то, за это хайпятся, ржут, потому что надо поржать над чем-то, вот, из-за этого, алло, можно поржать просто? И тем более, она, может быть, давно уже удалила свой канал. Вот, например, крошка, я удалила канал, но все еще можно смотреть видео, так что, что ты бубнишь все время? Накручиваешь себе подписчиков. Ну да, все хотят себе подписчиков, как и я, и как и ты. Так что, харе всех обзывать. Потому что у такой идиотки, как ты, не может быть столько подписчиков. Ну как бы ты хоть и не идиотка, ну вообще идиотка,
Обзываться нельзя, это во-первых. А во-вторых, она не идиотка, потому что она просто хочет снимать, пусть снимает. Тебе же никто не говорит, что ты тупая сиюха, ты все время там говоришь какую-то херню, то, что ты все время всех обзываешь. Вот, те же это не говорят, а ты сразу начала обзывать. Кстати, для тех, кто не верит, что я с Фокси Компара, вот... Компара. Компара. Что такое компара? Я это не буду уже гуглить. Вот пара, а не компара. Вам картиночки. Ух, ёб твой! Первая фотка, это было вообще-то, мы же помним самую первую сиху, которую мы смотрели. Вот, она стырила просто фотку, поменяла цвет и типа сделала все свое. Как бы, алло. О, господи, вы видели это? Что за фигня? Как бы, когда встречаются с парнями, они не делают там чпоки-чпоки, они не целуются, ну вообще целуются, ну ладно. Но! Зачем делать чпоки-чпоки, когда вы только начали встречаться? Впрочем, если вы поверили, то радуйтесь. Я вас убью. Давайте прочтем дальше. Не пары, я тоже убью. Короче, она все время говорит, что давайте приступать к... Ой. К следующей сиюхе. К сиюхе, да, к сиюхе, конечно же, к сиюхе. К сиюхе, к сиюхе номер три. Ого. О, господи, боже мой! Надо сделать из картона крест, как из Дарс. Что это такое? О, господи, нет! Короче, давайте поставим все-таки быстрее YouTube, как сделать быстрее. Сделать быстрее. Я хочу сделать быстрее, чтобы это быстрее посмотреть. Скорость, вот скорость. Обычная... Нет. Вот. Скорость. Двое. Что-то она не помогает. А, я поняла, где быстрее, наверное, вот здесь. Да нет, это наоборот еще долго. Только можно. Короче, здесь еще быстрее нельзя сделать, к сожалению, ну ладно. Придется смотреть так. Знать то, что бил сам. Короче, вы это не слышали, но... Ой, я же забыла то, что она быстро поставила. Сейчас, подождите. Обычно. Короче, она сказала... Сейчас. Всем привет, мои конфеточки. С вами снова... Ой, спасибо за комплимент. Только я не конфетка. Королева... Я кошечка! Я китикет. Всем понятно? Я китикет. Ютуба. И, наверное, я в Ютубе сделаю себе кличку Китикет. Или ник. И сегодня я хотела сказать то, что Билл, Санс, Бенди, СССР и Рэй... Слышали? СССР. Бедный СССР. Россия священная наша родная... Ладно. Вообще-то, мне родная Молдавия, ну ладно. Мои и только мои, да, а не мои, а правильно мой, а мои.
Ши русей, руще, русейсь, и, ну? Ну. Если что, я сказала то, что ты вообще русская, и потом сказала нет, нет. Только мои, и больше ничьи. Мои, мои, мои. Там как бы... О, Господи. Как бы... И краткое стоит. Мои. Ты слышишь то, что там? Мои, мои. То есть... сзади и должна стоять... Ой. И краткое... Алло! Ты не русская! Да, если вы поставите дизлайк моему видео, то я вас убью. Ой. И они тоже вас убьют. Да? До кариеса. Да, моя кариеса. Да, блин. После кариеса. Небо, госпожа, мой... Почему он заикается? У него икота или он просто плачет как будто? Мисс Вселенная. Вообще-то... я поняла. Кто смотрел Эндлтрейд или как там его, тот поймет, почему такой голос и почему он заикается. Мисс Мира, я тебя люблю. Такой, наверное. И да, если вы ее тронете, можете считать себя трупом. Я только... А если я скажу то, что я управляю ветром, то есть то, что я вдали, это вас не смущает, алло? Только ее. Я реально почему-то, когда я типа хожу, у меня открытые руки, у меня почему-то все время дует ветер. Я такая закрываю руки, а он мне дует. Это что такое? О, да. Да, мы... Посмотрите на Билл Шифера в заднем фоне. И потом. Мы вас Биллом убьем. Смешно. Да. Она. СССР. Что ты тут делаешь? Это... Карелии, как там его, не помню. Что вы здесь делаете, бедный СССР? Истопэ. Где там это? У СССР вообще-то другое. То есть вот тут значок. У него был вроде как, ну, короче, вы помните, наверное, да? Мы, кстати, были в Москве, и мы видели, как выглядит эта штука. Она не так выглядит. Алло. Она королева. Вот видите, королева она. Вот, королева. Ананас. Ананас. Аж она заржала. Ананас. Ладно, я это... Сказала ананас, а потом сама ржет. Да. Просто щучки. Раньше нельзя было подправить все. Да. И я очень люблю своих подписчиков. Очень, очень, очень любишь. Что ж, говоришь, что я вас убью. Да. И пожалуйста, подпишитесь на мой. Она даже выговорить слово не может. На меня. И пос... Это лайк такой или что это? А, это лайк. А, мне уже поставили. Ну ладно, к сожалению,
мы заканчиваем это видео, потому что я буду снимать видео про... Ой. Я обосралась, блин, на телевизор врубила. Я обосралась. Короче, я сейчас буду снимать видео про... Это вот про... Ну, короче, про Чикинган, вот. И думаю... Ну, короче. Мои хорошие, удачи вам в будущем, удачи вам везде. И хочу вам сказать одно. Не сомневайтесь в себе, будьте всегда добрыми, не обзывайте всех. Просто верьте в себя, никто вам не будет мешать в жизни. Никто вас не будет обзывать, не убивать. Вот, просто не сомневайтесь, мои солнышки, в самом себе. Будьте всегда хорошими, делайте хорошие поступки. А сейчас хочу сказать только одно. Всем пока, мои конфетки, солнышки и котята. Всем пока. Ой, до новых встреч. Ой, а зачем я сказала до новых встреч, если я буду... Ладно, пока.